В Анапском бизнес-центре на Мелькова 32 открылся филиал кредитного потребительского кооператива «Народное достояние». На протяжении почти 3 лет кооператив осуществляет свою деятельность в городе-герое Новороссийске, помогая его жителям приумножать свое благосостояние с помощью накопительных программ и получать выгодные займы. Кредитный потребительский кооператив является добровольным объединением граждан, куда они вступают для решения собственных вопросов финансовой взаимопомощи. Деятельность кредитного кооператива основана только на выдаче займов под залог недвижимости и приеме сбережений до 21% годовых. Здесь исключены спекулятивные и прочие рискованные инвестиционные операции. За 3 года работы кооператива многие пайщики поправили свое финансовое положение, улучшили жилищные условия. Мы действуем согласно федеральному закону номер 119. Также состоим в реестре кооператива в центре банка под номером 961. В кредитном кооперативе создана многоступенчатая система страхования и также предусмотрена индивидуальная страховка пайщиков. В соответствии с данным страхованием, члены кооператива имеют уникальную возможность застраховать и основную сумму сбережений, и начисленные проценты. Так, пайщик гарантированно получит не только свои средства, но и может быть уверен в получении прибыли. Члены кооператива в курсе последних событий жизни организации. Здесь постоянно проводятся встречи, семинары, на которых пайщиков информируют о последних достижениях, новых программах. Обязательно проводят разъяснения, как правильно и выгодно разместить свои сбережения. Вступила я практически 2 года тому назад, а привела подруга. Посоветовала, рекомендовала, что очень надежная компания, что действительно работают с людьми и, в общем-то, честно, порядочно, откровенно. То есть они все обо всех своих этих финансовых перемещениях, передвижениях, они всегда говорят откровенно. Они никогда там ничего приходишь, все расскажут, все объяснят состояние счетов, объяснят, что там новое, какие лучше, посоветуют проценты. На открытии офиса в Анапе были приглашены пайщики из Новороссийска. Кроме официальной части мероприятия, гостей ждала праздничная программа с фуршетом, конкурсами и танцами. В тот же день в кооператив вступил новый пайщик, анапчанин Павел Дымченко. Ярким завершением праздника стала экскурсия по достопримечательностям Анапы, которую организовали руководители кооператива «Народное достояние». Теперь жителям Анапы получить доступ к современным и эффективным финансовым инструментам будет значительно проще. Город Анапа, улица Амелькова, 32, 2-й этаж.